Повысить качество автозимника «Себян» в Кобяйском районе. Именно такую задачу поставили перед собой правительство Якутии, жители района и акционерное общество «Прогноз». Как планируют продлить срок службы и укрепить ледовую переправу, узнавал наш корреспондент. Это единственная дорога, по которой можно доехать до отдаленного села Себян. Сегодня на этой обширной территории проживает коренной малочисленный северный народ – эвены. Также автозимник Батамай-Сегян. Себян – это единственный способ добраться наземным путем до месторождений серебра, золота, свинца, меди и олова Мангазейского рудного поля. Второй сезон подряд акционерное общество «Прогноз» проводит дорожные работы на автозимнике «Себян». У населения есть потребность сообщения с городом Якутском, с районным центром. Да. Для этого, конечно, нужны очень большие средства. И я очень рад, да, что АО «Прогноз» совместно с правительством нашей республики, да, решает этот вопрос об устройстве автозимника. В прошлом году собственными ресурсами компания отсыпала сложный участок дороги в местности Арга-Алы, рядом с поселком Сигян-Кёль. Нынче объем работ запланирован уже по всей дороге. В 2017 году «Прогноз» выиграл аукцион на содержание автозимника. Таким образом, будут отсыпаны и другие сложные участки. Это составит порядка 20 тысяч кубических метров гравия. На дороге будет устранена колейность, сделаны объезды. Я выполняю задачу расширения дороги и делаем объезды по наледям, по опасным участкам дороги. Я считаю, то, что самые опасные участки дороги – это между Сегеном и Себяном. Объем дорожных работ включает в себя пробивку объездов, так называемых полок. Их пробивает по берегу рек в обход наледей. Как говорят старожилы этих мест, при Советском Союзе по полкам можно было проезжать круглый год. Дорога, я бы сказал, очень хорошая, ну, соответствует. Поэтому вот эта машина, она доехала практически... Почти без сопровождения, скажем, да. На одном наледе провалился и сам расчистил лед, расчистил и вышел. А так, ну, нету такого, чтобы его волохом везли. Восстановление этих объездов не только продлит срок действия автозимника, но и увеличит его грузоподъемность. Развитие дорожной инфраструктуры в этом районе даст возможность отдаленным селам преодолеть оторванность от центра республики, а также даст необходимый толчок раскрытию промышленного потенциала в Кобяйском улусе. Власий Сергеев, Радомир Томский, Кобяйский район.